29 июля 2017 год. Приземлились в Венеции. Пролет. Перелет прошел из Кишинева до Венеции 29 июля. Замечательно. Великолепно. Уже через несколько часов мы будем на круизном лайнере Коста Люминоза. Из Венеции отправимся в Триест и потом по греческим островам, в том числе Миконос и в Дубровник. Сейчас мы уже скоро будем выходить. Ага, автобусы рядышком стоят. Интересно, винтокрылый самолет какой-то рядом. Все замечательно. Выходим. Выходим.